Всем привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Сегодня у нас с вами будет очередная распаковочка. Ссылочки на все товары, как всегда, будут в описании под видео. Кто впервые на моем канале еще не подписался, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Впереди вас ждет много чего интересного. Ссылочки на все товары, как всегда, будут в описании под видео. Так, всем приятного просмотра. Итак, вот такая посылочка. Все хорошо продавец упаковал. Это мне пришли товары с магазина Раса Линк. Раньше я брала у них праймеры, гель-лаки, хорошие качества, они мне понравились, еще себе заказала. Вот так все хорошо продавец упаковал. Коробка, как видите, повредилась. Сейчас будем смотреть, что внутри. Все не целое. И вот так еще несколько гель-лаков, но уже с другой серии. Хороший у них праймер, мне он нравится. Качественные эти гель-лаки. Фирма Росалин уже не один год. На Алиэкспресс. Вот такие гель-лаки по 7 мл. Все мы с вами сейчас посмотрим, сделаем выкраску. Кто пробовал такие гель-лаки, пишите свои отзывы в комментариях. Так, еще вот этот наборчик. 6 позиций идет. Давайте будем с вами открывать. Пришел ли он не целый, так как коробка повредилась. Будем смотреть, что внутри. Хотя продавец все хорошо упаковал, но все же наша доставка подвела. Конечно, если на подарок, это уже не очень красиво. Но плюшку все же в коробке. Так, смотрим, что внутри. Так, логотип Росалин. Мне продукция Росалин нравится. Так, сейчас будем открывать. Из-за того, что коробка помнулась, тяжело мне это все вытянуть. Вот мои красавчики. Все целое. Такой наборчик, конечно, гель-лаки красивые, презентабельные. Один минус, что коробка повредилась. Ну, если для себя брать, конечно, ничего страшного. Главное, что все целое внутри. Так, сейчас мы с вами это все дело выкрасим. Такие нежные оттенки. Что помнулось, из-за чего мне трудно их достать. Они плотно так стоят. Так. Все, и давайте будем с вами смотреть. Так, подготовила я свои типсы. Давайте начнем с этих маленьких гель-лаков. Там много разных в магазине есть товаров. Я вам оставлю ссылки как и на официальный магазин Росалин, так и на Алиэкспресс. А также я вам оставлю промокод на скидку. Так, начнем. Цвет под номером 1. Поближе. 7 мл. Да, разница, конечно, большая. Если брать для себя, то, конечно, 7 мл достаточно. Если на поток, на клиента, тогда лучше взять 15 мл. Так,
что у нас указано, 24 месяца после вскрытия. Поближе. Состава нет. Тут также такая же информация. Двадцать дней держится, три недели. Так, и что тут заявлено? Поближе. Сушить 30 секунд в LED-лампе или UV-лампе 120 секунд. Конечно, у меня LED UV-лампа гибрид Sunlam, мне достаточно будет сушить 30 секунд. И давайте начнем выкраску. Заказала нежные цвета, этот красивый такой нюдовый под френч. Очень красивый цвет под номером 1. Наполнение где-то больше половины. Бутыльки стекло. Кисточка короткая. Баночка маленькая, конечно, 7 мл. Самовыравнивается гель-лак. Цвет очень такой нежный, красивый под френч. Красивый цвет. Такой розовый подтон, запаха практически неощутимо, слабый запах, это, конечно, плюс. Дальше цвет под номером 901. Это вот такой идет как бы с розовым отливом, белый с розовым. Этот нюдовый, этот такой розовее. Нежные такие оттеночки. Достаточно будет два слоя. Конечно, на типсе не очень видно эффект, больше видно в баночке. Розовый подтон. Наполнение такое же. Дальше следующий цвет под номером 905. Это также нежный, только сиреневый отлив. Вот от продавца я вам, конечно, вставлю. Там классные разные есть лаки, гель-лаки, гели для наращивания на любой вкус и цвет. Конечно, мы все с вами разные, нам нравятся разные. Это я заказала под себя. Такой как бы сиреневый отлив. Слабый, нежный, нежный. Баночки больше видно. Так, и цвет под номером 906. Очень красивый, такой мятный цвет. Консистенция у них всех одинаковая. На ноготочках, я думаю, будет достаточно два слоя. Кисточка удобная. Быстро самовыравнивается. Такая нежнятинка будет в моей коллекции. Таких точно у меня гель-лаков не было. И нежные, нежные, спокойные цвета. Отлично на таком гель-лаке сделать стемпинг, наклейку. Будет хорошо видно. Итак, на просушку в лампу. Так, все, я уже просушила. За 30 секунд хорошо просушились моей Sunlam лампе на 48 ватт. Так, вот эти красавчики. И давайте будем выкрашивать вот эти большие 15 мл. Ну, конечно, надо хранить подальше от солнечных лучей. 15 мл. Давайте будем выкрашивать. Такой яркий. Желтый, оранжевый цвет. Запах также слабый, подобный к предыдущим. Наполнение хорошее. Кисточка удобная. Быстро самовыравнивается. Яркий такой, желтый,
с оранжевым подтоном цвет. Баночки полные-полные. Наполнение хорошее. И консистенция классная. Молодцы. И следующие. Так, этот на просушку попозже. Этот идет цвет под номером 55. Я это брала набором. Набором всегда выгоднее. Такой плотный голубой цвет. Отлично этот голубой будет сочетаться с мятным нежным. Плотный однослойник. Однозначно. Этот оранжевый, этот однослойник. Плотный. Предыдущие надо на два слоя. Этот на один отлично. Дальше следующий. Вот такой нежный-нежный розовый цвет. Презентабельные такие баночки. Большие. Также плотный. Быстро самовыравнивается. Консистенция хорошая. Для этих гель-лаков однозначно нужна хорошая лампа, так как они плотные. Очень красивый цвет. Также для френча может подойти. Такой яркий, в то же время спокойный розовый цвет. Следующий это сиреневый цвет под номером 34-49. Розовый 49, это 34. Очень красивый, девчонки, такой сиреневый, сиреневый цвет, классный. Вообще все цвета достойны вниманию. Так, плохо я закрепила типсу. Но этот сиреневый мини плотный, нежели предыдущий. Я думаю, что в средний слой легко можно также уложить в один средний слой. Дальше следующий цвет. Это также идет такой голубой, но потемнее. Цвет под номером 43. Вы пишите в комментариях, который вам больше из всех цвет понравился. Полная баночка. По наполнению, конечно, молодцы. Супер. Классный также цвет, плотный. Также однослойник. Конечно, баночки большие. Удобно в руке держать. Презентабельные. И еще один, это зеленый, ну зеленый такой классный с шиммером. Так, на кисточке видно такой золотой шиммер. Сейчас с вами выкрасим и посмотрим поближе. Мне кажется, может быть, и он идет неоновый, но сейчас я посмотрю в лампе и скажу. Как бы под втирку цвет красивый. Так, все цвета поближе. Этот, конечно, последний классный, необычный цвет. Сейчас я на просушку лампу посмотрим, неоновый он или нет, и к вам вернусь. Я просушила этот не неоновый, но желтый, вот этот оранжевый, он идет неоновый цветник, этот нет. И давайте с вами еще нанесем топ. Липкий слой у них есть,
сушила 30 секунд. Еще нанесем топ. Топ у меня также с AliExpress. И на просушку. Вот такая нижнятинка будет у меня в коллекции. Пишите свои комментарии, который больше всех понравился вам цвет. Ссылки на все товары, как всегда, будут в описании под видео. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мои видео до конца. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок. И всем вам до новых встреч. Всем пока-пока. Thank you.